Я не знаю, зачем он это сделал, почему. У него просто, я не знаю, поехала крыша, видимо, или что, я не знаю. В Чебаркуле новобранец по имени Иван, не успевший месяца прослужить, после вечернего телефонного разговора на повышенных тонах со своей возлюбленной, ушел в сортир в казарме. Там закрылся в туалетной кабинке, вытащил иголку и зашил себе рот трикотажной ниткой. Утром он, как и все сослуживцы, был в медицинской маске, и потому на его рукоделие на лице не сразу обратили внимание, но на разводе он не ответил на вопрос дежурного офицера. Тот заподозрил неладное, снял с бойца средства индивидуальной защиты и обнаружил, почему тот молчит. Рекрута отправили в медсанчасть, где доктор удалил нитку. Коменданту Чебаркульского гарнизона был отправлен рапорт о членовредительской выходке рядового Ивана Ша из роты молодого пополнения, 19-летнего солдата, который родом из Челябинска, но на службу был призван из Североуральска, а за год до того парень стал семинаристом Тюменского духовного училища. В рапорте было сказано о том, что все произошло после телефонной ссоры с любимой девушкой. Якобы барышня попрекнула парня тем, что на гражданке тот делал ее подружкам комплименты. В ответ Иван вспылил, нагрубил барышни и за это решил сам себя наказать. Правда, мать солдата подозревает, что сын стал жертвой дедовщины. По словам женщины, после разговора с подругой сына, она узнала о том, что Ивану вроде бы в части палец сломали и так ударили по голове, что он попал в госпиталь. Правда, матери боец по телефону сообщил о том, что у него, дескать, простуда, и потому он на больничной койке. Официальных комментариев по поводу случившегося в части командование Центрального военного округа пока не распространяло. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.